скачем, пока кубик нас не видит. Да-да, сейчас мы точно выиграем этих нубасиков. Так, это я еще не понял, вы что без меня играть собрались? Ой, Сёма, кажется, нас спалили. Вы что, блин, без меня опять играть начали? Офигели, что ли? Ну ладно, кубик, что ты бакуешь? Мы же даже еще ни одну катку без тебя не сыграли. Мы просто сейчас быстренько доиграем. Ага, мы хотим выиграть чемпионат. Мы уже почти закончили. Вы еще и в чемпионат играете? Да вы вообще, что ли, нафиг офонарели там? Да ладно, кубик, что ты злишься? Мы же затащили. Вот, можешь мне, кстати, еще и лайкосик поставить. Я буду не против. Ну ладно, так уж и быть. Я лайк поставлю тебе, а надеюсь, то, что в ты поставишь лайк под моим видосиком. Да-да, конечно, поставлю. Окей, а испытание, мне кажется, у нас будет очень легкое. И в награду мы получим новенькую иконку. Да уж, офигенно. Кубик, у нас вообще-то будет не только иконка, а еще вот этот вот офигенный подарок. Нифига себе. Интересно, зрители уже забрали его или нет? Напиши внизу в комментариях, если ты уже получил этот подарок. А если еще не получил, бегом прямо сейчас, погнали его получать. А я сразу же погнал в катку. Мы играем вместе с Сэмэном. Сёма, надеюсь, то, что заезжешь, ты хотя бы сливаться не будешь. Я вообще-то в прошлой катке звездным игроком стал. Ты чё на меня быкуешь? Да просто ты один раз станешь звездным игроком, а второй раз вообще нафиг все сольешь. Я вообще никогда ничего не сливаю. Я лютый профессионал в Бравл Старсе. Ага, я так и подумал. Сейчас я только быстренько последнего Грея найду и думаю то, что его сразу же быстренько уничтожу. Кубик, а можно я сыграю в следующий раунд? Борис, ну ты и так играл предыдущую всю катку. Ладно, на, играй. Спасибо, я все точно выиграю. Чекай, я пошел всех разматывать. Чуваки, хана вам, кучерявые, минус один. Ой-ой-ой, кубик, меня, кажется, убили. Да я и так это без тебя, блин, вижу. Да уж, вечно приходится за вас двоих тащить, ну басины, блин. Ага, Сёма, ты там смотри, как тебя бы еще не слили. Исы, ща я их уничтожу, этих двух чубзиков. Минус один. Ага, он от тебя сбежал. Нифига у тебя не было минус один. Но сейчас мы его добили, и сейчас быстренько еще добьем второго. Преследуем последнего Грея. Да, мы его выиграли. Вообще-то это не ты его убил, а убил Гейл. Ты опонарел, что ли? Ну и чё? Зато я почти стал звездным игроком. Угу, с одним киллом, блин. Одного чувака только убил, еще выпендривается. Даже вон у Бориса больше киллов было. Ага, копик, и мы получили на халяву еще очки силы. Погнали в следующую катку. Только я думаю, что нам снаряжение нужно поменять, а то здесь они вообще нифига не подходят. И следующую катку мы точно будем тащить. Борис, сори, конечно, но в этот раз, пожалуй, сыграю я сам. Потому что ты, мне кажется, опять в очередной раз сольешься. Так, смотри, там у двоих чуваков оставалось очень мало жизни. Я их почти добил, а сейчас уничтожил почти что всех троих. Там у одного только чуть урона не хватило. Нифига себе, кубик, ты как это вообще сделал? А я последнего чубзика добил. Кубик, без меня ты вообще бы нифига не справился. Ага, блин, одну тычку там нанес, у чувака просто 100 хп оставалось, он на меня еще и выпендривается. Сёма, мне кажется, ты что-то офигеваешь. Не, кубик, просто я тебе помогаю тащить. Чекай, в этой катке точно я стану звездным игроком. Сейчас быстренько всех уничтожим. Ага, только... В смысле ты убил? Это же я вроде только что кокнул эту Лолу. Не, кубик, ты, кажется, ошибся. Зато ты убил последнего вольта. И по всей видимости, прямо сейчас кубик становится звездным игроком. Сделал целых 4 килла. Я вообще-то тоже четверых убил. Ладно, так уж и быть, пусть ты будешь звездным игроком. Это вообще-то, Сёма, решаешь не ты, а это решает Бравл Старс. А мы на халяву получили еще 50 блингов. И давай получим еще блинги, потому что у нас есть награды в Бравл Пассе. Нет, я, пожалуй, лучше заберу кредиты для того, чтобы прокачивать нашу лунную славу. Блин, Кобика, ты что, ее еще не прокачал, что ли, Нубасина? Так, а я, пожалуй, заберу набор значков, и мне выпадет лайкосик. Сёма! А тебе кто-то разрешал его забирать? Нет, я сам решил забрать. Так, а почему мы играем без скина? Я не понял. Мы его сразу же поменяли. А вот к Семену у меня есть вопрос. Сёма, я, конечно, рад то, что ты лайк выбил. Но мне кажется, что этого лайка нифига недостаточно. А почему вопрос ко мне? Это вопрос к подписчикам. Поставьте лайкосик, пожалуйста, вам же не сложно. Я думаю, то, что зрители уже свои лайки поставили, а прямо сейчас против нас играет целых 3 метателя. Ой-ой-ой, мне кажется, это будет очень сложно. Мы справимся. Ага, только играть лучше буду я, потому что Борис точно может слиться. Так, быстренько уничтожаем этого тика. Ой-ой-ой, на меня бежит башка. Это будет очень больно, нужно ее взорвать. Почему я промазал? Ага, потому что
ты Нубасина? Так, Борис, я не понял, а ты чего выпендриваешься? Если ты дальше будешь так базарить, мы вообще-то можем из этого еще и проиграть. Да-да, только из-за того, что с нами Борис Нубасина, а я играю вообще как про. Сёма, на твоем месте я бы вообще нафиг молчал. Так, мне нужно сейчас держаться аккуратно от этого тика, потому что здесь у нас есть еще и усиление, то, что ульта заряжается в 2 раза быстрее, и меня могут сейчас убить, да ёк-макарёк. Мне кажется, тик сейчас свою ульту будет просто по КД закидывать, смотри, она реально бесконечно летает. Да, уже получается какая-то бесконечная ульта тика. Да блин, меня еще и гром вынес. Кажется, он тебя просто размотал. Да ему просто повезло на самом деле, а вот тика, блин, он все-таки по мне нанес 3000 урона. И кажется, снова сейчас нафармит себе ульту. Это очень плохо, но этих чуваков мы сейчас, конечно же, двоих вынесем. Блин, было немножко больно. Так, Кубик, смотри, мы вроде пока справляемся. 16 против 8 звездочек. Давай, давай, еще совсем чуть-чуть. Ага, буквально нужно сделать парочку киллов, и тогда у нас получится выиграть эту катку. Но, блин, выиграть ее получается реально очень хардкорно. Кубик, нам остался последний килл. И его, пожалуй, сделаю я. Чуваки, не мешайтесь, я хочу убить последнего вот этого вот чубзика. Вы видели? Там даже шар лопнул. Почему он не достал до грома? Я вообще не понимаю его механику. Уж, Кубик, ну ты нубасик, а я стал звездным игроком. И я даже решил тебе поставить очередной лайкосик. Красава! Я знаю. Спасибо. Эх, нам бы кто так лайкосики много поставил. Да, было бы очень круто. А мы погнали в следующую катку. Нет, не погнали. Ты офигел? Я нажму кнопку «Готово» только после того, как зрители составят слово из этих букв и напишут его в комментариях. Давай быстрее, что ты ждешь-то, блин? Сёма, мне кажется, ты уже офигел. Зрители уже слово в комментариях написали. Давай быстро нажимай на кнопку «Готово». Ща, подожди, я подарочек быстренько заберу. Можно? Только после того, как наши подписчики нажмут на кнопку «Поделиться». Нажимай на нее прямо сейчас и делись со своим другом этим видосиком. Борис, ты офигел? Да Кубик, я уже забрал хромокредиты и еще последние кредиты. Да уж, кажется, наша лунная слава становится все ближе и ближе. Уже 2-я, между прочим. Кубик, а давай запишем видосик, как мы прокачиваем 2-ю лунную славу. О, хорошая идея. Я даже нажму на кнопку «Готово». Так уж и быть, если наши подписчики хотят такой видосик, то я думаю, что вы об этом, конечно же, напишите внизу в комментариях под видео. А мы погнали тащить. Нифига себе, как мы быстро бегаем. Да, Кубик, я такой быстрый. Это просто капец. Кубик, ты давай, Борис, пожалуйста, катку не сливай, хорошо? Ладно, ладно, сейчас я быстренько вынесу эту Эмс. Где она, блин? Иди сюда, собака сутулая. Я тебя сейчас уничтожу, юху! Ага, первого ты убил, а осталось еще нафармить 7 кристалликов. И мы это сделаем, бам! Я стараюсь выносить эту Эмс, и у меня получается просто офигенно. Но не всегда. Ага, тебя только что чуть самого не убили. Борис, пожалуйста, играй аккуратно. Да уж, этот Борис вообще, блин, нифига не может. Приходится в соло тащить. Ладно, сейчас мы это сделаем. Ага, только Борис только что вынес одного чувака. Да это ему, наверное, повезло просто. Угу. Да уж, Сёма, на твоем месте я бы вообще не выпендривался, потому что иногда ты реально сам играешь просто как настоящий нубик. Да. Например, сейчас тебя, кажется, только что убили лошара. Борис, аккуратно, тебя сейчас тоже могут вынести. Чувак, ну зачем ты выжил-то, дубина, блин? Да уж, кажется, вас всех размотали. Поздравляю. Да ладно, Кубик, сейчас мы отыграемся. Мы уже бежим в атаку. Давайте. Кубик, меня убили. Блин, меня что-то, походу, тоже убили. Боже, какие вы нубасы. Бой окончен. Катку мы слили. Это первая наша проигранная катка. Да, Кубик, блин, смотри, как я тащил. Я даже 4 чуваков убил. Ага, а Сёма вынес всего лишь 2, но самое интересное то, что здесь у нас есть бесконечные жизни, поэтому сливаться мы здесь точно не намерены. Да, мы сейчас точно выиграем. Борис, блин, молчи вообще нафиг. Следующую катку точно буду играть я сам. Фух, ну хотя бы сейчас будет немножко полегче. Ага, мы тащим просто как можем. И как ты понимаешь, у нас уже идет обратный отчет. Чуваки, я надеюсь, что вы хотя бы сливаться не будете. Сёма, блин, ну что ты делаешь? Аккуратно. Кубик, я вообще тащу как бог. Там вот с нами чувачок один играет. Вот он вообще какой-то нубасик. Ага, только тебя только что самого чуть Биби не уничтожила. Ладно, бой у нас окончен. Катку затащили. И звездным игроком становится Сёма. Ладно, в этот раз тебе повезло. Я даже поставил лайкосик, юху! А мы почти что выполнили квест, нам совсем чуть-чуть не хватило. Но самое главное, что мы получили еще 50 кредитов, и наша лунная слава становится еще все ближе и ближе. Кубик,
Топик, можно я сыграю следующую катку? Я обещаю, что я выиграю. Ну ладно, Борис, только, пожалуйста, аккуратно. Хорошо, я буду тащить максимально аккуратно. И буду, конечно же, всех уничтожать. Так, погнали их убивать. Ой, кубик меня, кажется, слили. Ага. Это я уже заметил. Да ладно, кубик, донесы. У нас сейчас уже обратный отсчет скоро начнется, и катка будет просто выиграна. Ой, помогите, чуваки, блин, еле выжил. Ага, еще бы 100 урона, и тебя бы точно вынесли. Так, чуваки, а у них уже, кажется, начинается обратный отсчет. Вас это не смущает? Не смущает. Но меня вот чуть-чуть вынесли, конечно. Зато я собрал все кристаллы. Борис, давай спасай меня, дубина, блин. Ага, Борис, тебе нужно сейчас постараться, потому что сейчас у тебя будет целая куча кристаллов. Чувак, беги! Так, зачем я должен бежать, если я могу их убить? Ой, не получилось. Ой-ой-ой. Сёма, ну ты-то хотя бы выживи. Ёк, Макрёк, он тоже слился. И кажется, это что, очередное поражение? Нет, я убил Була. Фух. Обратный отчет закончился? Ага, только у них теперь есть целых 15 кристаллов. Чуваки, вам нужно поторопиться. Я бегу, я стараюсь всех убить. Давай. Сёма, только мне кажется, что ты бежишь не туда. Все кристаллики у Мортиса, и он сейчас затащил. Что вы скажете против этого? Я тащил вообще как про, но что-то не повезло, не фортануло. Ну ладно, зато хотя бы квестик один выполнили. Но что-то от этого вообще нифига не легче. Купер, смотри, сколько у нас наград. Может быть, начнем их забирать? О, так у тебя что, еще новенький скин, что ли, если что, ты его не забираешь? Заберу как-нибудь попозже. После того, как выиграем этот чемпионат, вы достали, блин, сливаться. Вечно приходится тащить в соло. Окей, погнали. Сейчас мы, конечно же, всех этих чуваков размотаем. У нас есть 9 кристаллов. Нам сейчас нужно играть максимально аккуратно. Блин, Джеки, надеюсь, что ты сейчас хотя бы не сольешься. Чувак, аккуратно. Кубик, его вынесли. Борис, блин, да я и без тебя вижу. Так, а у нас теперь есть все кристаллики. У нас начался обратный отсчет. Сёма, только не с ней, пожалуйста, гемы. Не, Кубик, не солью, не ссы. Сейчас только нам бы самим хотя бы остаться в живых. Ага, это я, конечно же, сейчас попробую организовать. Выноси. Хорош, минус Шелька, минус Биби. Нет, ее все-таки убить не успели. Но бой все равно окончен. И звездным игроком становится Шелли из другой команды. Вас да уж, это было немножко обидно, но мы получили еще плюс 200 жетончиков. Остается выиграть еще всего лишь 2 катки. Погнали их быстренько тащить. Ага, и здесь у нас есть настоящий огненный мяч. Капец, я даже не помню уже, как им сражаться. Но вроде, насколько я помню, он наносит урон по тебе, если ты держишь его в руках. А еще он ломает стенки, поэтому это просто какая-то дичь. Да уж, Кубик, им играть вообще как-то хардкорно, и меня, кажется, мячик убил. Ладно, не сыны, ща мы отыграемся. Погнали тащить. Ага, только счет пока что 0-1. Мы реально сливаем. И мы сейчас можем продуть эту катку. Ой, нифига себе, Сёма, ты что, гол забил? Угу. Окей, счет 1-1. Чуваки, собрались. Кубик, тащи. Борис, это, конечно, хорошо то, что ты за меня болеешь, но вот ты сейчас меня, пожалуйста, не отвлекай, хорошо? Потому что мне играть очень хардкорно, ёк-макрёк. Так, этого сейчас чувака нужно быстренько вынести. Минус один, минус второй. Утонул немножко криво. Кубик, у вас сейчас будет дополнительное время. Да я и без тебя это знаю, Борис. Не мешай, говорю, дубину, у меня 400 хп осталось. Мне нужно отхилиться. Сёма, живи, пожалуйста. Угу, молодец. Ну, я хотя бы одного убил. Ладно, и так сойдет. Ага, только сейчас нам, кажется, могут забить гол. Нифига подобного. Кубик, выноси этого чувака. Я стараюсь сделать максимально возможное. У меня 1000 хп. Я понимаю, если я сейчас возьму этот мячик, он меня может уничтожить. Поэтому хп там точно нужно набраться как можно больше. Так, отдаем быстренько пас. Кубик, так, давай, дожимаем его. Да я стараюсь, блин, просто этот пузырь какой-то слишком маленький. Ёх, макарек. Так, Сёма, давай, дай мне пас. Да, держи. Да уж. Кажется, эту катку мы сейчас можем слить. Чуваки, выкидите мяч. Сёма, ты чё тут? Боже. Как с тобой можно играть? Кубик, да я вообще не виноват. Ну ты посмотри, они реально были какие-то лютые. Окей, попытка номер 2. Я вообще не понимаю, нафига нам дали такой мячик? Им играть реально максимально хардкорно. Но гол мы все-таки вроде бы забили. Кубик, да ты не понимаешь. Мы типа настоящие боги Олимпа. Ага, только мне это вообще, блин, нафиг не надо. Я бы играл обычным мячиком, и мне бы было все хорошо. Тогда бы мы точно выиграли с первого раза. Ладно, мы сейчас затащим. Чекай, сейчас быстренько гол забьем, блин.
что-то не получается. Угу. Нас только что размотали просто как каких-то нубасиков, блин. Но гол мы сейчас все равно забьем, кубик. Да ты что промазал-то, блин? Да я ультанул, но что-то как-то у меня немножечко не получилось. Сема, надеюсь, хотя бы ты забьешь. Забил. Серьезно? Кубик, я забил автоатакой. Это было изи. Так понятно, там просто Вольт дубина перепрыгнул. Нафига он это сделал, я вообще не понимаю. И эта катка была очень легкая. Получили на халяву плюс 100 монеток. Кубик, дай сыграю я. Нам остается выиграть последнюю катку. Борис, ты уверен, что у тебя получится ее затащить? Да, я собрался и погнал всех разматывать. Блин, не повезло. Да уж, сразу же сходу его убила Шелька. Гениально. Ладно, Кубик, я гол забил, не ссы. Это, конечно же, хорошо, но нам еще нужно забить второй. Не расслабляемся. Я вообще капец как напряжен. Так, аккуратненько, сейчас всех уничтожим. Давай, давай, Борис, красава, пока что у тебя вроде бы получается хорошо, но тебя опять убила эта Шелька, и вам забили гол. Молодцы. Да блин, это вообще как-то по-нумски получилось. Не ссы, Кубик, ща мы отыграемся. Мы бежим забивать очередной галешник, и Сёма это сделал, ю-ху! Да уж, вообще нифига без меня не можете, ну басины. Сёма, да ты опонарел, что ли? Тебе просто повезло за то, что ты гол забил. Ну, ты, конечно, еще стал звездным игроком. Что ты скажешь против этого? Скажу то, что мы наконец-то выиграли это испытание. Опупенно. Забираем сразу же новенькую иконку игрока. Стоп, там же еще вроде какие-то награды должны были быть. Кубик, давай иконку сразу поменяем. Она выглядит просто офигенно. Ну, не знаю. В принципе, на этом фоне реально выглядит круто, поэтому можно ее оставить. И давай еще заберем награды, которые есть у нас в Бравл Пассе. На халяву забрали кристаллики. И у нас еще есть целая куча наград. Например, хрома, кредиты. А зачем они вообще нужны? Сёма, они нужны для того, чтобы нам прокачать лунную славу, потому что я думаю, что следующий видосик будет как раз таки посвящен этому. А сейчас мы погнали забирать все награды, и если ты не хочешь этого пропустить прямо сейчас, поставь лайк на видео. Подпишись на канал и глянь предыдущий видосик. Он был вообще просто офигенный. И вот здесь вот он уже появился. Нажимай на него скорее.